Вас приветствует Алена Ариес. На моем канале вы всегда найдете ответы на любые вопросы и мои контакты для записи на личную консультацию. Сейчас узнаете, действительно ли он вас любит. Выберите одну из трех карт. Для тех, кто выбрал первую карту, любит ли вас ваш мужчина? Вот. Хочу сказать, да, по десятке мечей любит. Но сейчас, в данный момент, девочки, он страдает. Страдает, мучается и переживает. По второй позиции, любит ли вас ваш мужчина? Девочки, да, любит, но больше с такой практичной стороны. Да, то есть оценивает вас именно с практичной точки зрения. Но при этом очень сильная привязанность и серьезное намерение. И по третьей позиции... А здесь страсть, то есть верхнее чувство – это страсть. Вот когда страсть очень сильная и ревность, вот здесь я, конечно, любовью это назвать не могу. Да, есть страсть, есть ревность, но это эмоции, которые очень быстро проходят.